Всем привет, ребята, давно мы не виделись. Сегодня у нас воскресенье, 24 октября, солнышко на улице, 13 градусов, погода хорошая. И я решил пойти покататься в Шварцвальд, Черный лес, потому что я же переехал. Я теперь живу в Штутгарте. Если кто помнит, я сейчас уезжаю с другого места. И да, переехал в Штутгарт, не снимал опять много видео, кататься катался, но не снимал, потому что очень много произошло просто. Очень-очень много произошло. Мы закончили институт, переехали сюда, вот в Штутгарт. Очень других много вещей произошли, которые не очень хорошие и хорошие вещи. Ну, короче, не было у меня времени снимать, и вообще даже желания не было. Но мы сегодня поедем кататься в Черный лес немножко, хотя бы 200, чуть больше, чем 200 километров. И да, мы будем сегодня кайфовать, потому что дорога у нас вот такая. О, даже открылась, я не знаю, видно будет, не видно. Отсюда мы стартуем, потом едем в северный Шварцвальд, кружок почти до Баден-Баден города, и потом назад. Только сегодня северный, в следующий раз будет другое. Потому что сейчас рано темнеет. Ну, скоро я буду снимать больше, когда потеплеет опять. Весной буду кататься здесь по Шварцвальду, по родному. Это, если честно, самое лучшее место в Германии кататься. Если не считать, конечно, Альпы здесь. Ну, там Альпы, ты уже едешь куда-нибудь в Альпы, в другую страну обычно. А так, есть, конечно, хорошие места, как тот же, не знаю, там, Швайц, это, как она называется, где я раньше жил, ну, Фрэнкиши Швайц, или там Харц, или Оденвальд, но это не сравнить с Шварцвальдом, вы сейчас увидите, какие там красивые дороги. Да, все, мы сейчас поедем, и, да, что еще хотел рассказать, апдейт еще сразу же сделать. Вроде бы все, просто хотел покататься, поснимать видео, и чтобы вам показать, что я переехал, что я закончил институт, что я начну работать здесь, и что теперь буду в Штутгарте жить год. И потом переезжаю еще дальше, ниже, прям в сам Шварцвальд, еще дальше на юг, ближе к Альпам через год. И там уже будут другие видосики. Все, мы, наверное, стартуем. Я еще забыл вещи дома. Хоть быстро сбегаю. И мы поедем. Ну, снова в Штутгарте почти каждая вторая, ну не каждая вторая, конечно. Но очень много Porsche здесь. Porsche же отсюда. И очень многие ездят здесь на Porsche. Очень много дорогих машин. Все, стартуем. Здесь я живу, тут сразу выходишь из дома, и там лес, можешь на маунтинбайке кататься, можешь бегать, каждый день мы бегать почти ходим, красота в лесу, прям рядышком, огромный город, но зато такой большой лес рядом, на самом юге, прикольно здесь, мог бы здесь остаться дольше даже, чем год, но у нас такой контракт, что сначала год здесь, а потом дальше доучиваться на психотерапевта уже на самом юге Германии. Ну, там тоже красиво. Ладно, все, поедем сейчас, пока выехать из города не очень интересно будет. Потом будет интереснее. До Шварцвальда где-то, наверное, километров 40-50, и там уже будет красиво. Включим себе подогрев. И поедем. А, смотрите, какая машина. Look at this car. Сейчас пока с города все набито, везде машины. Ну, почти выехали уже. Еще немножко. Да, здесь еще не раскатаешься. Надо тоже поосторожнее быть, потому что асфальт уже холодный. Грипп все равно не такой. Ну, ничего. Еще чуть-чуть.
Я уже тоже долго, ну сколько, неделю не катался, так хочется тоже куда-то съездить. Тоже поснимаю, сейчас появилось желание наконец-то. Воскресенье, все люди гуляют, куда-то ходят. Здесь этот вот парк, который я говорил, это мы еще все, этот лес. Люди заходят где-нибудь здесь, паркуются и потом едут кататься. Ну, сейчас уже выйдет. Вот так вот выглядит Шварцвальд. Вот там его видно. Это, в принципе, всегда зеленый или всегда черный лес. И зимой, и летом вот он, вам вот эти сосны, как она по-русски, сосна или елки, или как они называются? Можете мне написать, как они называются, научить меня опять. Я не знаю, видно, не видно, но вот именно так его и назвали поэтому, потому что он... В нем темно, они так густо нарощены эти, растят эти елки, то что там темно, поэтому он черный лес. Все, мы доехали, сейчас будут красивые дороги, будет хорошо, будет интересно. Развернулся, потому что здесь красиво так. Можно посмотреть на весь Шварцвальд здесь. Самое плохое место, да? Как вам? Напишите мне. Красота, нет? Да, здесь и покемповать можно. So this is Black Forest. Это Шварцвальд. Мы такое в армии ездим в машине. This my army car, this one. Блин, как красиво. Здесь вроде поспокойнее. Наверное, здесь мы протрем свой визор и стекло. И может поменяем батарейку или не будем менять батарейку. Ни хрена на себе. Ну, GoPro 9, конечно, рулит, потому что батарейка держится намного дольше. Почистим визор, чтобы было красивее снимать. Справиться надо где-то. Там, конечно, красивее, но здесь вот тоже можно посмотреть. Ля-бла. Все. Очень рад, я помыл, почистил все. Что прикольно еще в Шварцвальде, то что вот видите, там дорожка наверх идет.
Если ты знаешь, если там значков нету, то ты, в принципе, можешь туда ехать и кататься в оффроуде. Но сегодня мы будем по дороге ездить. Чуть потише сделаем. Все. Поехали дальше. Никаких пауз больших. Никакой туны сегодня, ничего. Где ты чей забыл? Вроде нет. Едем в сторону дома. Сейчас уже трафика опять больше. Уже 5 часов. Через час-полтора будет уже темнеть. Как раз домой доедем. Вроде 6:30, говорит, будем дома. Посмотрим. День был прекрасный. И это только кусочек самого верха Шварцвальда мы зацепили. Вся красота еще внизу. Просто надо пораньше выезжать или летом выезжать. Ну, я вам все еще покажу. Вы видели, какие красивые дороги здесь. Поехали домой!
Штутгарт? Приедешь в Штутгарт? Катите в Штутгарт. Поехали мы. День был супер, классный. Мы были только на самом кусочке верха, на самом севере Шварцвальда, Черного леса. Там еще вниз столько километров, и он вообще делится на три части. Делится на северный, средний, как бы, и южный. Южный, он тоже говорят, Хохшварцвальд, там самый высокий Шварцвальд, там самая большая гора в Германии. И там, да, там вообще высоко, но не покатаешься зимой там точно. Ну что ты хочешь от меня? Включайся. Ладно, не выключится. Да, день был классный, супер, все мне понравилось. Будем кататься теперь по родному Шварцвальду опять. Особенно на севере, я много раньше не был. Потому что я жил на юге. Будем вместе узнавать все красивые дороги. Уже темнеет сейчас, почти пол седьмого. Надеюсь, вам понравилось. Красивые дороги. Вроде бы так. Такое спонтанное видео получилось, но все равно неплохо посмотреть. У вас, наверное, уже, особенно если в России кто смотрит, там зима. Ну, не зима, а уж точно не так уж покатаешься, если где-то там на севере живешь. Так что все. Я уже почти дома. Закругляюсь. Всем удачи, всем хорошей погоды, всем ровных дорог, и мы увидимся. Пока. Да, вообще-то забыл рассказать то, что я уже поменял себе пружину сзади. Я, наверное, фотку вставлю просто. И масло поменял в вилке. Вроде все нормально, не течет ничего. И да, вроде нормально все поменял, все работает. Сзади это тоже пружина. И что я должен сказать, мотоцикл чувствуется как будто бы новый. Особенно вот сегодня, когда долго катался, это было, конечно, очень заметно. Надо почаще менять масло, особенно вилки. Вилки вообще сильно заметно. Сзади я еще подтянул пружину. И да, стало намного лучше. Не знаю, фотки я найду, если найду, вставлю, посмотрите, как я изменял. Все, хотел это еще рассказать. А так, до следующего раза. Пока.